んで日曜日仕事してんの？バイト？バイト。どう？結構稼いでる？いやー微妙だけど、この仕事が稼げるからたまに。だから絶対怪しいサービスだよ。怪しくない。怪しい。怪しくない。いや怪しいよ。名前言っちゃいけないとかって初めて、本当に初めてそういうの聞く。まあスパイみたいな。警察呼ぶよお前、スパイだろ。ではないけど似たような。うーん、お客さん日本人？日本人。当たり前。いや分かんないでしょ。スパイっていろんなこと関わってるから。いや何時までよ仕事？いや分からない。いつも何時終わってる？いやいつもバラバラだから。どのぐらい？今日はまあ5分くらい。え、5分で終わるの？早くない？今日は5分。これからまた別の件で仕事があって、来たらさーって私行かなきゃいけないから。モデルとか関係ないの？本当に撮影とかに関係ない仕事？撮影も関係ない。いや教えて。教えたら利用してくれるなら教える。あ、利用、うん、だから教えて。利用し考えるよ。あなたのプラスになると思うよ。あ、本当に？まあなんだろう、なんていうのかな、困ってる人助けるみたいな。しどんなこと困ってるの？例えば今日学祭だったら、学祭行きたいけど一人じゃ気まずいから一緒に行ってほしいとか、そういう仕事。今日はまた別の仕事だけど、依頼者は男だけど、今からの仕事は、うん、え、なんでそんなシークレットなの？いや、まあ、そんなに言っちゃベラベラ言っちゃダメって言われているから、今日はなんか彼女と一緒に来る人が、彼女と一緒に来る人、友達紹介したいから友達のふりをしてくれっていう仕事。なんで彼女に友達を紹介する必要あるの？わかんない。なんか友達多いって言ってるけど本当は一人もいなくて、で友達のふりをする。Человек не будет платить деньги за не настоящего друга, если у него есть друг настоящий, правильно? Он не будет никому что-то показывать, что у него есть друзья, и платить за это деньги. Когда он может просто на самом деле позвать своего друга и показать своего реального друга. А так как в Японии тяжело, то есть не то, что мало того, что тяжело просто завести друзей, а тяжело поддерживать дружеские отношения и дружеские связи на должном уровне, потому что у людей всегда все очень заняты. Чтобы просто так встретиться, поговорить, нужно обязательно заранее договариваться за месяц. Это обычная ситуация, когда я с кем-то, допустим, планирую какую-то встречу, и, допустим, сейчас на дворе январь, и получается так, что в январе очень сильная занятость, в феврале тоже занятость, давай встретимся в марте. Вот и подумай, как можно, допустим, развивать и поддерживать дружеские отношения, потом отношения, получается, романтические, каким образом, да? Когда это практически, ну, нереально так просто взять и встретиться завтра, там, да, с кем-то или послезавтра. Подавляющее количество именно встреч происходит именно по договоренности за несколько месяцев, ну, минимум за месяц, во всяком случае. Вот, то есть у человека могут быть просто, допустим, экзамены в январе, там 2-3 экзамена, и вот из-за того, что эти 2-3 экзамена есть, он считает, что у него совершенно вообще нет времени на никакую социальную жизнь. В Японии действительно это так, к сожалению, это действительно так, и вот, наверное, из-за этого у людей очень тяжело завести друзей и завести какие-либо отношения вообще, то есть здесь очень мало пар среди молодежи. Как я говорил раньше, намного больше стариков выходит на улицу, чем молодежи. То есть старики больше проводят времени на улице, чем молодежь. Молодежь предпочитает заниматься дома всякой... Не знаю, чем они там занимаются дома. Наверное, в основном играют в видеоигры, либо просто смотрят комиксы или еще что-то. Вот из-за этого и возникает потребность в ненастоящих друзьях. То есть когда вдруг у тебя появляется девушка каким-то образом, там, да, например, или еще тебе хочется тоже в Инстаграм попостить какие-нибудь фоточки, а получается, что в твоей жизни ничего не происходит. А хочется как-то, ну, показать, что у тебя хотя бы что-то происходит. Япония, как известно, это родина всяких сервисов, которые просто в обычной жизни ты бы никогда не догадался, что такие сервисы могут существовать. То есть Япония просто кладезь. У людей здесь мозг совершенно по-другому работает. А, какие-то вот ария по носабису. Fake friends, метай, не? 一緒に写真撮ったりとかね。そう。面白いじゃん、めっちゃこれ。
いくらでもらうの？でも今日5分で多分、でも5分って言ってもずっといるからここに、だから多分3000円くらいはもらう。ああ、そんな高くないよね。そんな高くないけど、でももらうのは1万円くらいだけど、私のお給料はまあこの時間で3000円くらい。でも悪くはないね。悪くはない。そんなにバイトみたいな感じで、ボケっとしてるし。遅い。Были так долго, как ты говоришь, что через какой-то месяц ты сделал свидание. Ну конечно, я это рассказываю на своем опыте. И как они развивались? Да никак они особо не развиваются. То есть ты не можешь сблизиться с человеком, с которым ты встречаешься раз в месяц или раз в два месяца и так далее. Я даже сам по себе замечаю, что когда ты в таком ритме живешь, в токийском, как бы само, все, вот вся эта атмосфера, она способствует тому, что ты вынужден откладывать на потом, потому что у тебя вечно какие-то дела, у людей тоже постоянно какие-то дела, очень тяжело соотнести расписание, там, да, то есть даже просто пообедать там 2 часа, а 2 часа вместе просто провести, это бывает очень тяжело для людей, которые живут в Токио. Люди, когда договариваются о встрече, им обязательно, чтобы у них был целый день открыт для этого, например, да. То есть на 1-2 часа люди, как правило, не встречаются. Я не знаю, насколько этот бизнес зашел бы, например, в России. Вот, ребят, напишите вы в комментариях, как вы думаете, зайдет ли такая бизнес-модель у нас. Готовы ли люди платить деньги, даже, ну, допустим, не $100 там, да, за час, а даже меньше, допустим, 1000 рублей, например, или 500 рублей. И вообще, вы бы стали пользоваться такой услугой? Мы, кстати, с Виктором еще подумали, что, может быть, нам тоже попробовать поработать ради эксперимента вот такими фейковыми друзьями, знаешь, типа такие бизнесмены, иностранцы. Вот, тоже нормальная идейка. Так что, ребят, отписывайтесь в комментариях обязательно, что думаете по этому поводу. Если вы впервые на канале, не забывайте обязательно подписаться на канал и поставить лайк, если вам понравилось это видео.